Сборная Дагестана по вольной борьбе начала подготовку к международному турниру памяти Ивана Ярыгина, который пройдет в Красноярске. Учебно-тренировочный сбор, посвященный предстоящему старту, дагестанские вольники проводят на базе Центра олимпийской подготовки в Махачкале. В сборе принимает участие более 40 борцов, большинство из которых отбирались на красноярский турнир по результатам выступлений на различных борцовских стартах прошлого года. По словам главного тренера Сажида Сажидова, нынешний сбор – первый в новом году для сборного Дагестана. Это первый сбор в этом году, в начале года. Он, как всегда, у нас бывает приурочен подготовки к Ярыгинскому турниру. Это у нас будет проходить 27-29 числа в Красноярске, городе Красноярске. Это первый какой старт, большой старт отбора сборной команды, который будет представлять ребята уже на мировой арене, будут представлять нашу страну на международных соревнованиях. Сажидов подчеркнул, что окончательный список дагестанских борцов, участников турнира имени Ивана Ярыгина, станет известен к завершению сбора. Мы на Ярыгинском турнире будем представлять свою молодую команду из тех ребят, основных сборников нашей команды. Ну, пока мы еще не определились, это будет уже ближе к концу сбора, кто поедет на чемпионат, на турнир. Ну, скорее всего, мы пока планируем выставить молодую команду, молодых ребят, которых, на кого мы будем рассчитывать и смотреть на завтрашний день. И мы уверены, мы надеемся, мы верим в их силы и возможности, что они достойно представят нашу республику на этом турнире. Главный тренер команды также отметил, что сборная должна показать в Красноярске результат не хуже, чем в прошлом году на этом турнире, чтобы по итогам турнира работать с молодыми талантами перед Олимпиадой в Токио. Абдулла Алиев, Шамиль Курбанов, телеканал ННТ, Махачкала.